Так, на. Это непорядок. Коромыслов, значит, передачи у нас это запрещены на. Вещественные доказательства должны храниться в сейфах, чтобы маленькие девочки не брали без спросу. Вы со мной согласны? А отмычки мне и самой пригодятся. Чудо техники! Печатная машинка-незабудка! Раритетная вещь, можно сказать! И куда уж тут Семенова со своим ноутбуком? Интересная работа! Сиди себе в бумажках ковыряйся, на клавиши дави! А тебе за это еще и деньги платят! Благодать! Ну, а без работы наша милиция не останется! На ближайшую пятилетку план у них уже есть! Говоришь, когда тебя брали, свидетелей не было? Не курю. Эй, начальник! Не положено на! Какая здесь добрая дружба! Товарищ, я тут собаку свою ищу. Может, видел? Ты это на! Суперуполномоченная Петром поговорил. А ты чем занимаешься? Это на! Ничем на! Правильно! Порядок прежде всего. Дяденька! Уйди, девочка! Я сейчас не в духе! Могу и пристрелить! Да ладно тебе, начальник! Не переживай так! Не переживать? Да ты знаешь, сколько она стоила? Что, много? Не то... Сука, кто это натворил? Да ладно! Ты ж сам знаешь, деньги — это мусор, каламбурчик. Ну, в общем, заработаешь, еще купишь. Да уж, конечно. Пешком надо ходить, поближе к народу, так сказать. Да и для здоровья полезно. Бабмаш, а бабмаш? Ать! Я, пожалуй, пойду. Конечно, иди, пойдет она. Ха-ха-ха-ха, пойдет. Тетя Люба. Чего? Так, про собаку я, кажется, уже спрашивала. А что это у тебя, тетя Люба, на голове такое? Я деточка прическу делаю. Ко мне один человек сватается, вот я ее и делаю. Бигуди это на голове. Жаль, что интеллект тети Любы величина обратно пропорциональная доброте. Добрее женщины я еще не встречала. Тянет на взлом. Статья... Главное, как говорится, результат. Да и не видел меня никто. Очень жаль, но попасть на второй этаж мне не представляется возможным. Во-первых, лестницы нет. А во-вторых, двери все равно закрыты. Это точно. Странно. Одна дверь красная, а другая серая. Не знаете почему? А я знаю! Краски не хватило! Даже если бы я дотянулась, что толку-то? Зачем мне 100-килограммовый?